Йоу, здорово, дорогие друзья, с вами Малай. И, короче, я решил создать новую рубрику на канале. По названию видео уже, конечно, все понятно. Но я решил это сделать неспроста, потому что у меня раньше когда-то был канал, я его удалил, и он был очень известен тем, что я снимал мод Ignas на Andres. Но это было очень давно, лет 5 назад, наверное. В частности, по зомби Andres. И я решил, короче, снять GTA San Andreas моды. Новая рубрика будет называться «Мод Патруль». Будем выбирать какие-то моды, смотреть на них. Если это качественный мод, то я вам буду, может, предлагать, не предлагать, там ссылки на них оставлять. Уже посмотрим по ходу действия. И также, может, дойдет дело до глобальных модов. Кто любит GTA San Andreas, скажите мне. Вообще, я раньше эту игру ждал больше, чем, наверное, мобильный телефон в детстве. И вообще, это была моя первая игра по сети Самп. Я его просто с таким теплом вспоминаю. Напишите в комментариях, какая у вас была первая игра по сети. Мне реально интересно, но я прям помню тот момент, когда меня там позвали, мы встретились. Там свобода действий, машины, стрельба, блин. Это был, кстати, СССР-сервер. Если кто играл в Самп, это было, я не знаю, наверное, лет 10 назад. Самп 03B еще был, или 03A даже. Короче, были вот эти времена. Приступим непосредственно к обзору самого мода. Я взял небольшой мод, чтобы проверить, как вам эта рубрика зайдет или нет. Дайте мне знать это лайками. Будем обозревать качественное оружие для GTA San Andreas. Также всякие эффекты. Ну, по мелочи что-нибудь накидаем. И погнали. Йоу, дорогие друзья, мы оказались в этом потрясающем штате San Andreas. Окей. В общем, в домашней обстановочке продолжаем обозревать наше оружие. Так, мышка. Куда ты делась, мышка? Эй! Давай работай! Сейчас все будет, друзья. Все заработает. Ну, это полная подстава. Подстав, друг. Я ее починил. Ставь лайк, если сталкивался с такой проблемой в GTA San Andreas. Когда не работает мышка, это просто это жесть. Собственно, это все началось, когда я перешел на Windows 7 на 8, потом на 10. Эти проблемы с мышкой. Так, давайте куда-нибудь отойдем. Отойдем и начнем все-таки уже обозревать. Тут слишком шумно, наше оружие. Дом Карлтона. Окей. Нам дайте просто оружие. Посмотреть оружие. Начнем с рукопашного. Кастет никому не интересен, я думаю. Кто им пользуется? Меня он всегда бесил, когда он оказывался в руках у СиДжея, если я его случайно подбирал. Гольф, клюшка. Окей. Клюшка. Я даже не знаю, она замененная или нет. Не уверен, что она входила в этот пак. Но машет он ей прям зачет. Рукопашная. Дубинка. Давайте дубинка, нож. Так, не-не-не. Ну, давайте дубинку посмотрим, но я не уверен, что она тоже. Это оригинал. А у нас вообще моды точно установились? Может, у меня моды не установились? Почему все оригинальное, если я не ошибаюсь? Давайте посмотрим биту. Нож. Так, ну нож явно не оригинальный. То, что надо. Прям окей. Я надеюсь, вам видно, и мои цоканье не так громко слышно. А, в принципе, нож офигенный, лежит в руке четко. Машет как надо. Идем дальше. Я думаю, прям каждое оружие не будем смотреть. Будем смотреть самое то, что необходимо, там, я не знаю, в самом сервере, там, просто при прохождении одиночки и чем вы в основном пользуетесь в свободке. Давайте биту посмотрим. Биту, катана и пила. Бита. У нас просто серая бита. Бита как бита. Шпарить можно... Ой, мама, не горюй. Так. Секс-игрушки. Что-то мне туда взгляд упал. Давайте катана. Катана, кстати, ё-моё. Она такая длиннющая. У нас же еще вид от первого лица есть. Ну, катана это такой себе от первого лица, но... За катану ставим отлично 5 лайков. Окей, там распальцовка Grove Street. Я не знаю, что показать. Короче, зачет. Смотрим дальше. Пила. А пила, ну просто посмотрите на эту модельку пилы. Она шикарная. И да, кстати, забыл сказать, автора мода где-то буду я, собственно, высвечивать на экране, при монтаже добавлю также название мода, чтобы вы могли найти на ресурсах. Собственно, я ищу моды на всем, наверное, известных.
берем, чтобы не шумело. Для всех известных сайтов это GameModding, там Liberty City, GTA City.ru. Ну, короче, вот эти основные сайты я использую для того, чтобы найти моды. И, кстати, когда-то я уже делал обзор на моды. Мод-пак для GTA San Andreas, ну, вообще на моды. Блин, че я сбился-то? На оружие, короче, для GTA San Andreas. И там в обзоре у меня был просто пак, я не знаю, он назывался супер-пупер ультра HD качество для GTA San Andreas пак оружия, но я реально штудировал все сайты, не помню, с какого-то из этих я трех сайтов, которые перечислил выше, я скачал. Ну, как по мне, это реально просто самый офигенный пак оружия. Сейчас будем смотреть оружие, ну, и выяснится, он, настолько он хороший или нет. Если знаешь лучше, пиши в комментариях. Идем дальше. Пила. Шумит так же, но моделька зачет. Собственно, звуки оружия, я думаю, как-нибудь мы тоже поставим. Идем дальше. У нас будет пистолет. Тихий пистолет, десерт игл. Давайте. Так, а обычный пистолет посмотрим. Но, конечно, лежит он в руке, ну, пойдет. Вроде пистолет примерно на курке. Так, от первого лица как он? От первого. Стрелять можно. Сразу сирена, но не за нами. Давайте дальше. Оружие. Пистолеты. Сразу десерт игл, я не знаю, с глушителем. Я не люблю пистолеты. Кто-то вообще пользуется. Ну, десерт игл у нас. Десерт игл, кстати, ну, вообще четкий. Так-то он четкий. Блин, как сделать-то? Ну, сами видите. Десерт игл как десерт игл. Ну, то есть четкий. Кто у нас там визжит? Так, оружие. С пистолетами все, давайте идем к дробовикам. Дробовик. Дробовик обыкновенный, собственно. Моделька, ну, реально огонь. Моделька реально огонь. Просто ничего не скажешь. Стрелять не будем, копов привлекать. Ну, ладно, стрельнем. Моделька реально качественная. Идем дальше. Оружие. Дробовики. Собственно, абрес. Абрес у нас вот такой абрес. Я не знаю, у СиДжея. В принципе, несмотря на то, что нет скилла держать два обреза в руках, я думаю, у СиДжея все равно два обреза. Кто понял, тот понял. Идем дальше. Идем к следующему дробовику. У нас идет обычный, не знаю, дробовик, я его называю из Терминатора 2, когда он там из цветов достал. Этот дробовик. В принципе, это мой любимый дробовик на самом деле. Мощный, семизарядный. Вот мы, кстати, проверяем, как он работает. Сагрились на нас. Вот эти чуваки. Против вас, вашим же оружием. Хейтеры бегут, преследуют хейтеры. Давайте тогда уж пилу. Ну и сажать меня не за что, потому что сами напоролись. Не надо было бежать. А, кстати, видите вот эти деньги, да? Собственно, небо, вот эти эффекты. Это, ну, бонусом, плюсом, я не знаю, к обзору, пускай будет, для красивой картинки. Стоят новые эффекты. Кстати, их вообще просто на GTA Vice City.ru столько завались. Я тоже выбирал относительно, ну, там, не знаю, минут 10 я, наверное, выбирал. Отбирал там двойку, тройку лидеров, потом между ними выбирал. И остановился на этих. Идем дальше. Вертушка летает, ну, пускай летает, мы скоро дойдем до РПГ. Рано или поздно дойдем. Дробовики, в принципе, посмотрели. УЗИшку мы посмотрели. Давайте смотрим сразу тег. Тег. Ну, вопросов нет. Тем более от первого лица вообще просто, как по мне, офигенно. Офигенно. Где ты там летаешь? Тег зачет. Вот так сейчас смотрим на него. Оружие. УЗИ. Микро-УЗИ. Это мы брали с балосов, с наших хейтеров. Так, теперь у нас, собственно, MP5, который почему-то здесь называется УЗИ. Ну, это мое любимое оружие вообще в PUBG, так что, ну, я не знаю. Оно из какой-то игры, скорее всего, взято, но качественно. Мне кажется, даже в прошлом паке, который я обозревал когда-то, давно-давно, лет 5 назад, там был тоже это M5. Ну, хорошее, вопросов нет, как бы. Ну, явно лучше, чем было. Автомат. АК-47. Просто смотрим. Ну, реально. Ничего такого. Не раскрашенный, как в КС. Без этих всех там розовых расцветок, зеленых, голубых. Просто строгий АК-47.
Но от первого лица, кстати, так себе, потому что он его от бедра держит. Да, от бедра держит, поэтому от первого лица такая себе картиночка. Давайте смотрим эмочку. Эмочка у нас. Эмочка. Ну, эмочка. Ну, я что могу про нее сказать? То же самое, как про АК-47. От бедра эмочка не зашквар, эмочка пойдет. Вот это у нас там пыльная зависть. Что это? Комары летают? Вы серьезно? Бабочки? Такого даже в GTA 5 нет, друзья. О май гад, они такие большие, их так много. Это что такое? Ё-моё. Это очередные мелкие хейтеры, которым не нравится видос, серьезно? Давайте идем дальше. Так, на чем остановились? Эмочка, снайперка. Вот это, кстати, обычную винтовку смотрим. Она офигенная, офигенная. Я не знаю, для каких-нибудь MTA DZ серверов, но просто находка, находка идеальная. Находка просто как красивая у девчонки походка. Сок Акеевский плюс вейп, это просто... А, от первого лица давайте посмотрим. Блин, ну, прицел, конечно, высоковат. Очередной хейт. Но снайперка сама себе просто винтовка, она офигенная. Кстати, я не понимаю, почему копы не агрятся. Ладно. Оружие. Оружие. Снайперская винтовочка. Переходим к снайперке. Сразу вот такой прицел. Такой у нас прицел. И вот такая винтовочка. Также для MTA DZ просто муа-муа для серверов. Если бы, когда я играл в MTA DZ, такие винтовки были, я бы просто бы расцеловал этот сервер. Конечно, в руке лежит не идеально. Кто здесь за углом сифонит? Друзья, так нельзя. Но снайперка как снайперка. Прикольная снайперка. Я не знаю. Ну, явно лучше, чем в том паке было, который я когда-то обозревал. Тяжелая артиллерия. Подъехал, друзья. Ракетная установка. Где у нас там вертушка, которая шумела? РПГ, я не знаю откуда. Наверное, тоже откуда-то взята. Ну, больше похоже, как GTA 4, но... А вот и копы, вот и первая звезда. Аезакми, до свидания. Гудбай, копы. Собственно, видим новый огонь. Новый огонь, текстурки огня. РПГ как РПГ. Просто классно. РПГ лучше, чем было. Окей, идем дальше. Тяжелая артиллерия. Тепловая ракетная установка. А название какое? Просто. Вот, кстати, кстати, что уж там по названию. Собственно, и название соответствует офигительной текстуре. И к тому же она еще лежит офигенно в руке. Просто идеально. Вот, мне кажется, это самое идеальное лежащее оружие. От первого лица. Вот так. Вот так. Ну, смотрите. Ну, вот я головой верчу, кручу. Просто офигенно. Офигенно то, что как она лежит в руке и сама текстурка. Явно за счет. Холостой щелчок. Оп-оп-оп-оп. Мы берем остальное. Остальное что у нас? Огнемет! Ну, прикольный. Прикольный, прикольный. Прикольный огнемет. Одинаковых хейтеров слишком много. Слишком много. Давайте будем на крыше уже стоять. Да, друзья, это Америка. Что у нас там осталось из тяжелой артиллерии? Мой любимый миниган. 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 Собственно, вот это вот называется миниган. Не то, что до этого было. Раскручиваем, раскручиваем. И теперь смотрим. Эта штуковина крутится. Это просто лежит в руке тоже идеально. Это... Блин, пожар какой-то жесткий мы устроили. Это просто идеальный миниган. Реально. Просто смотрите, как это от первого лица, не считая вот этих мерцаний из CJ-ской груди. Это просто офигенно. Я не знаю, где-нибудь на самп РП, где-нибудь вообще не РП, просто сервер встать. И вот такое вот устраивать от первого лица с такой текстуркой минигана, это просто муа, муа. Просто еще надо скинов офигенных набрать. Ну, кстати, если вам зайдет рубрика, то, собственно, сделаем офигенный пак, ну, скины, оружие, там... Также на транспорт, но если, собственно, вам зайдет это. Идем дальше. О, вот она, вертушечка. До свидания. Посмотрите на эту красоту. Это обзор пака на оружие.
черный дым, миллион взрывов. Я думаю, это стоит лайка. У нас уже в руках неплохой оружие собрался. Кто там меня стреляет? Главное, чтобы меня не убили, а то будет, собственно, долгая заставка на медучреждение это. Идем дальше. Я надеюсь, было меня хорошо слышно за этими выстрелами. Тяжелое, мы закончили. Берем бросательное оружие. Граната. Граната обыкновенная. В руке где-то там лежит. Смотрим от третьего лица. Ну, граната как граната. Красивая граната. Ой-ой-ой, близко кинули. Нас не откинуло. Бросательная. Молотов. Молотов. Молотов, бутылочка какая-то, собственно, из-за новых эффектов красивый огонек. Но молотов мы ставим минус, не знаю, какая-то алкогольная бутылка, которая в руке реально криво лежит. Молотов минус. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Идем дальше. Оружие. Бросательное. Газ. Газ. Что у нас тут за флешка? Вспышка. Вспышка слева. Прикольная. Прикольная. Тем более... Эти эффекты, ну, реально классно, я не знаю, где-нибудь на сервере, в мультиплеере это будет реально, ну, офигенно. Что у нас там осталось? Ранец? Ооо, C4. Как по мне, реально круто выглядит. Ну, выглядит реально круто. Так, у нас еще... Ага, стопенский. А пульта-то у нас, походу, нету к нему. Вот я выбрал пульт. Не иконки, не в руках. Это, конечно, это минус. Минус. У нас нет пульта. Хотя бы старый оригинальный оставили. Зачем его убрали? Идем дальше. Бросатели закончили. Прочее. Баллончик. Ну, баллончик, я не знаю. Просто прикольный баллончик. Цвет прикольный тоже. Как будто ежевики. Прочее. Огнетушитель. Давайте потушим вот этот огонь. Тушись, тушись, тушись! Давай, 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 мы тушим, у нас все тушим, что-нибудь происходит. Нам, походу, в эту сборку какой-то, не знаю, игрушечный макет подкинули. Во-во-во-во-во-во-во! Пошла, пошла! Правда, ничего не меняется, тушись, давай! Я правда, ребята, не знаю, с чем это связано, но огонь, мне кажется, только больше разошелся. Давайте я не знаю, это связано с новой текстуркой или нет. Почему он не тушит, серьезно, это очень странно. Так, прочие два. Ночной визор. Текстурка прикольная. Как раз у нас ночь. Не меняя в читах время суток, все вовремя. О, друзья, вы что тут? Парите без меня. Оу, распальцовка. Оп. Рука со Стоуном. Рука со Стоуном. Ой, давай в рукопашке. Come on, fighting. Все, до свидания. Хейтер, минус хейтер. Идем дальше. Оружие. Прочие два. Тепловизор, собственно. Но, собственно, эффекты все те же самые. Чё у нас меняется? Текстурка. В руках, конечно, криво лежит, но сама текстурка ровная. Как бы среднячок пойдет, лучше, чем было. Если текстурка офигенная, но лежит в руках, будем говорить, типа, нормально. Среднячок лучше, чем было. Если она... Ну, не знаю, такая себе, какая-то нереалистичная, плюс криво лежит, это у нас не зачет. У нас сегодня не было пульта детонации. У нас еще где-то был косяк, не помню. Но если еще и текстурка крутая и лежит в руках, это просто шикарно. Особенно, как у нас было с ракетницами. Идем дальше. Парашют. В принципе, как оригинальный, только офигенный новый рюкзак. Вот за парашют зачет. Парашют реальный зачет. Вопросов нет, просто офигенный парашют.
Так, что у нас там осталось? Осталось у нас что-то? Секс-игрушки? Давайте. Хотя я не уверен, что у нас тут что-то заменено, реально заменено. Почему у нас тогда полицейская дубинка была не заменена? Окей. Ну, не знаю. В руках лежит ровно, потому что, чё, про такого сложного сделать эту палку. Ну, я, конечно, не мододёр, мододел, наверное, правильно, мододёр. Но я думаю, это не так сложно сделать. Короткий пенис. Почему пенис? Ё-моё. Ё-моё. Ну, без комментариев. Оценивайте сами. Вот эти вещи уже оценивайте сами. Если вы ими пользуетесь в игре. Я, конечно, не знаю, когда в GTA San Andreas впервые в полицейском участке нашел этот синий фалос, но это было, конечно, прикольно. И бить, и найти его вообще. Вибратор, вибратор. Давайте цветы посмотрим. Цветы, конечно, офигенские. Ой-ой-ой-ой, не то. Время. Установим вот так вот, чтобы было светло. Оружие. Ладно, не, это не из-за моего любопытства, а просто чтобы до конца досмотреть оружие. Длинный пенис или короткий, я не помню, какой взяли. Дальше. Но я не знаю, какие-то штуки. Не знаю, они соответствуют действительности, ребята. Если кто знает, скажите, насколько это реалистично. Остался трость. Ну, как по мне, это вроде оригинальное осталось. И финалочка. Просто красивый взрыв под конец. Ой-ой-ой, какая красота. Особенно я офигел от этих мух, которые с мусорного ведра отлетели. Это для меня было, кстати, находка открыть. Они, может, и были какие-то там точки раньше, но из-за этих эффектов или текстур, я не знаю, там что понаставил себе. Реально просто офигенные гигантские комары, я их испугался. В принципе, на этом будем заканчивать. Вот такой у нас пак получился, я думаю, по пятибалльной я ему ставлю 4. Это явно лучше того, что я до этого видел и себе устанавливал. Я, ну, советую. Как бы автора мода вы где-то увидите на экране, название мода тоже увидите на экране. Кликарипа. Ой, блядь, почему тут все так громко и часто разговаривают? Она сказала Виз Калифа, или мне показалось, серьезно, можно перемотать и переслушать. В общем, ссылочка на автора, ну не ссылочка, а название, имя автора будет где-то на экране, где-то я тут примонтирую, влеплю, название мода также здесь будет, сможете найти на ресурсах. Если хотите, чтобы я выложил, собственно, ссылку на прямое скачивание, так и пишите, но пока не буду делать, посмотрим, как вам удобней. И, в принципе, ставьте лайки, да, если это будет показатель, стоит ли снимать дальше подобную рубрику. Дальше, если будем снимать, то это будут скины качественные, чтобы работали в сампе, машины найдем, отберем самые лучшие. И будем дальше двигаться по этой теме. А, собственно, насчет оценки я ставлю 4. Это, конечно, лучше, чем было. Я уже повторяюсь, просто не закончил мысль. Я, в принципе, ну, это самое лучшее оружие, которое я себе ставил. Если вы знаете лучше, напишите в комментарии пак на оружие. Или по отдельности собрать. В принципе, это тоже офигенная идея, если по отдельности искать именно конкретно каждое оружие и собирать самому. То, что позволяет сайт гейммодинг. Это, в принципе, не реклама. Можно, мне кажется, и лучше собрать, но для этого пака готового с автоустановкой, собственно, 4 ставим. А на этом все, дорогие друзья. Всем пока!